Стрелковый сезон в Сибири должен был начаться еще весной, но из-за ситуации с коронавирусом этого не произошло. Первые старты всероссийские соревнования по пулевой стрельбе памяти героя Советского Союза Тихона Коцюбинского состоятся только сейчас. Они пройдут в Новокузнецке с 20 по 26 ноября. Это один из старейших сибирских турниров, в нем участвовало уже не одно поколение спортсменов. Сегодняшние члены сборной Томской области, костяк которой составили воспитанники детско-юношеской спортшколы номер 16, к этому событию усердно готовились. Подготовку начали уже в августе, вот, и готовимся, в принципе, дети практически каждый день на тренировках. Отдают много сил и, конечно, очень хотят поехать. Турнир всероссийский проводится уже 40-й раз, юбилейный, и мы всегда участвовали в этих соревнованиях. И поэтому дети с большим желанием готовятся и хотят выступить на этих соревнованиях достойно. Состав сборной Томской области для участия во всероссийском турнире вошли и молодые, и уже опытные спортсмены. Так, например, на огневом рубеже Новокузнецка наш регион будет представлять мастер спорта России Евгения Пчелкина. Она было завершила карьеру, но решила вернуться в спорт. У Евгении Пчелкиной большой соревновательный опыт. Спортсменка становилась чемпионкой Сибири, Дальнего Востока, победительницей и призером всероссийских турниров. Рядом занимаются молодые ребята, у них глаза горят. Ну да, конечно, у всех горят, потому что все хотят победить в первую очередь самого себя, своих целей достичь, а потом уже, конечно, смотреть на соперника. У молодого поколения есть перспективы нашего? Да, конечно, у всех есть. Надо только стараться. Евгения Пчелкина в Новокузнецк едет только за золотом, тем более, что она уже неоднократно выигрывала эти соревнования. А вот для 14-летнего томича Александра Булычева всероссийский турнир памяти Тихона Коцюбинского будет первым выездным стартом в стрелковой карьере. Несмотря на то, что у юного томича соперники будут опытными, он ставит целью борьбу за самые высокие места. Это будут мои первые соревнования. Ну, я, конечно, немного буду нервничать, но я надеюсь показать свой максимум. А говорят, что стрельба как раз и учит быть собранным, таким выдержанным. Вот ты чувствуешь, что к тебе приходят такие качества со временем? Да, я занимаюсь стрельбой лет год так 4. Ну и я чувствую, что на соревнованиях, на каких-то важных мероприятиях я стал более спокойным. У меня ушел мандраж, так что это безусловно. Кстати, одну из своих побед Александр Булычев уже одержал. Накануне поездки юный томич стал лауреатом премии губернатора Томской области в сфере культуры, образования и здравоохранения. Необходимо отметить, что в разное время лауреатами губернаторских конкурсов и обладателями стипендий были и другие воспитанники ДСШ-16 – Евгения Пчелкина, Клим Шевелев, Юлия Лиховодова. Тренеры надеются, что из Новокузнецка спортсмены вернутся с новыми трофеями.